Думать, знать. Правильные глаголы. Немного поврежден, но устоял. Власти признали подрыв терактом. Как сообщает Луганск информцентр, в результате взрыва незначительное повреждение получила скульптура ополченца-казака. На месте работают правоохранительные органы. Созданием памятника руководил заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горгулин. В проектировании монумента принимали участие... Российской образовательной системы.
Об инциденте, пленением в силу режима тишины и о том, как город празднует 1 сентября, бизнес FM рассказал жителю Луганска Олег. Или это первое его такое покушение на него? Нет, это был первый случай. Праздник есть праздник. Он для всех родителей и для детей, конечно, праздник. Первоклассникам, второй класс, третий класс. Может быть, это еще и праздник. Потому что там мамы последние отдадут. А уже более старшие, понимаете. Цены тут страшные.
Thank you.